Как легко собирается! Вы только посмотрите на себя. Мы только вернулись, а вы уже в поле помогаете. Как и ты, Тео. Принцесса, спасибо, что помогаете нам. Мне не трудно, Томас. Возьмите это в знак нашей благодарности. Принцесса, беда! Что случилось? Меледония снова хочет напасть на нас? Быть не может, мы недавно с ними подписали договор. Вовсе нет. Там какой-то идиот в поле появился. Чего? Что это было? Anidub.com представляет «Дама и принц». Четвертое. Мрачные перспективы или визит вежливости? Принцесса! Да будет пир в честь моего великолепия! Вы лучший принц Нарек! Вы просто сияете, принц Нарек. Ура! А вот и конфетти. Подобно блуждающему мотыльку, я нашел тебя. Цветочек, давай же обнимемся в честь нашей встречи. И вино здесь. Помолимся же за мир во всем мире. И пусть владыка благословит землю. Принц Луц? А что в сундуке? В этой стране кругом ничего нет. Мы в самой настоящей дыре, принц Мео. Ты еще в той дыре. Солнце жжет. Таю! Принц Мео? Что вы здесь делаете? Мы ведь говорили, что хотим улучшить отношения между странами. Именно поэтому мы решили нанести визиты вежливости друг другу. И вы приехали в Энако? Я хотел поскорее встретить цветочка. Вот и примчался сюда. И мы тоже решили выразить вам свое уважение. И вместе со всеми отправились в Энако. Я рада видеть вас, но... Мы не могли уступить Меледонии. Ну, так сказал премьер-министр. Ну уж точно не ты. Мы оставили своих солдат на границе. И Лиота тоже. Хорошо, что мы оставили этого зануду там. Это развязывает нам руки, да? Похоже, вы балду попинать приехали. Так Хром не приехал с вами? Из-за отсрочки моей коронации у нас появилась куча работы, которую нужно сделать. Он отправил меня сюда, сказав, что возьмет все на себя. Из-за того, что он не смог поехать, я взял своего брата Мия с собой в поездку. Но почему он в сундуке? Мия не очень любит выходить на улицу. И вот что в итоге вышло. Брат сказал, что я должен поехать, и это единственный способ. Не беспокойтесь, принц Мия, я с тобой.
Ты всегда рядом, Куаран. Он и правда живет в сундуке. Чего? А где Нарик и Вино? Возрадуйтесь, народ Инаго! Смотрите, как я светил этот камень! Рассказывайте своим детям легенды, как настоящее чудо, то бишь я стоял у этого дерева. Здесь как бы нет людей. А коровы легенд не рассказывают. Приветствую вас. Прекрасные цветочки. Тепличные цветы могут быть прекрасны, но они меркнут перед теми, что растут на полях. Ах ты, льстец, назвал нас цветами. Вы что здесь оба делаете? Что-то случилось, принц Миа? Как это могло произойти? Кажется, что у него тепловой удар. Таю, дышать тяжело. Быстрее, вытащи его. С тобой все в порядке, Миа? Солнце, я горю. Я думала, мы задохнемся. Вам надо было сделать это раньше. Кажись, будет очень весело. Моя задача присматривать, нет, защищать принца. Для этого я даже готов побыть капустой. Приветствую, принцы! Как король Инаго, я рад вас видеть! Пока вы гостите здесь, Аня будет присматривать за вами. Чего? Ты? Надеюсь, она будет... Я тронут вашей гостеприимностью, ваше высочество. Оставайтесь у нас сколько хотите. Я покажу вам ваши комнаты. Спасибо. После вас. Как мы слышали, незанятные молодые люди. Но если они натворят что-то, я познакомлю их с моим ударом дракона в прыжке. Ты так крут, дорогой! Да, я такой. Только давайте без махинаций. С этими принцами будет трудно справиться. Но ты уж постарайся, Ани. Если они натворят дело... Гуримару поможет ей! Гуримару? Да это же защитник Инаку. Так ты Груильмару. Какой еще Груил? Я Гуримару! Мы оставим Ани на тебя, Гуримару. Я позабочусь о ней. Что это? Такое совершенство, как я, не может тут спать. Да, может. А это что за штукень? Я Гуримару, приятно познакомиться. Да моя гардеробная больше этой комнаты. Это самая большая комната, какая у нас есть. Смирись и терпи. Меня не волнует такое тесное пространство. Это лишь означает то, что я буду ближе к тебе, цветочек. Осторожней. Тут дырка в полу. Надо было раньше это сказать. Прости, Вино. Это старый замок, поэтому местами он разваливается. Ну, налетай, народ. Это лучшее блюдо Инако. Это очень вкусная и полезная еда. Святая Филия, благодарю тебя за еду, что наполняет нас. Благодарю за еду. Принц Лус, вы только помолились. Разве не будете кушать? Но у меня уже есть обед. Мне его премьер-министр приготовил. Ну ладно. Великолепно! Я рада, что вам понравилось. Мое отражение в ноже просто восхитительно! Да начните вы уже есть! Ну ладно, попробуем. Да, мы тоже приступим. Мы уже так давно не обедали с братом вместе. Ну попробуй заставь меня. Эй, рядом не стоит с Мелидонской кухней. Даже выглядит не очень. Какого черта? Чего? Как ты могла накормить меня морковкой? Не прощу тебя! А что не так с морковкой-то? А сейчас что?
Она меня съест. Что случилось, принц Мия? Это из-за осьминога. Мия не любит осьминогов. Что? Из-за этого? Он в порядке? Все случилось, когда мы были детьми. Мия, я привез тебе подарок с моря. Хочешь его потрогать? Не подходи ко мне, братик. Хватит! Ну разве он не милый? Смотри, он обвивает меня щупальцами. Он ест тебя, брат! Тебя сожрет монстр! Ты так волнуешься, что аж заплакал. Какой у меня милый братик. Кажется, после того случая Мия считает всех осьминогов монстрами. Морское чудище, не подходи ко мне. Чё за слабак? А я делаю себе массаж осьминожьими присосками. Говоришь, что своей талией ты обязан осьминогам? Если ты позволяешь осьминогам себя касаться, то ты идиот. Чё? Ты смеешься над осьминогами? Принц Элефалина, как там тебя, а? Хватит ссориться! Это должен был быть обычный обед. А из-за меня отношения между странами испортились. Ну уже, мы все собрались здесь, так что давайте спокойно поедим. Отказываюсь! Я не потерплю морковки на моем столе! Тогда что ты предпочитаешь? Мясо! Первоклассное мясо! Ты знаешь, что я люблю, цветочек? Я бы съел холодного супчика, а потом карбонару с морепродуктами и черным чаем. Люблю грибы, я. Они мрачные и любят темноту, поэтому они близки мне. У нас ничего этого в замке нет, но мы можем поискать на рынке или на полях. Почему бы вам не осмотреться, пока мы будем искать еду? Ждешь, что я пойду за покупками? Если не присоединишься, то будешь есть морковку. У нас ее куча. Что это за принц? Чё так легко-то? Мия! Бесит, блин. Это самый большой рынок в королевстве. Самый большой? Здесь даже нет кондитерской, а хорошего мяса и подавно. Воздух слишком чистый. Зачем надо было приводить сюда принца Мэ? Это такое наказание? Ты такая заботливая. Какой чудесный запах! Здравствуйте, у нас самая лучшая выпечка. Отлично, я беру одну. С вас 300 чалинов. Я так не думаю. Постой, Нарик. Простите, но у него нет денег. Оно и видать, на нем одежда-то вся висит. Это за мой счет. Удачи вам, молодой человек. Похоже, моя красота сразила ее. У меня появляются фанаты в Инако. Не думаю я, что это по этой причине. У вас есть карбонара с морепродуктами? Это сияние. Берите все, что пожелаете. Не могу поверить, у них нет ни одного магазина Куарану. Вот что мы получили, приехав в эту глушь. Эй, братик, что это? Кто этот сопляк? Хватит мешать нашему свиданию с принцем Мэ. Оно говорит! Зануда. Господин, хотите что-нибудь купить? Дама, обращающаяся к мужчине. Очень опрометчиво с вашей стороны. Они просто отдали тебе все это? Конечно. Они просто умоляли взять меня это. У меня больше. Это они так сострадание выказывали. Ха, как ни крути, а я номер один. Ладно. А теперь пора превратить это в лучший рынок на свете. Превратить? Ты это о чем? Просто стой и смотри. Сперва мы покроем улицы мрамором. Потом улучшим внешний вид магазина. Вместо золота у нас будут драгоценные камни. А еще нам нужен роскошный фонтан. Я не должен проигрывать Меледонии. Так сказал премьер. Благословленные святой Филией, придите. На одной из улиц будут продаваться мои великолепные портреты.
Премьер-министр говорит, что люди ищут искупление. Поэтому мы построим церковь. Тогда мы построим форпост. А мы воздвигнем Великий Собор. И снова они начали соревноваться между собой. Они хотят оккупировать Инаку! Куаран очень милая. Отвали ты. Если не будешь меня слушать, я раздавлю тебя с помощью магии. Спасибо за покупку. Ты хороший продавец. Цветочек. На нас что, напали? И что же ты натворил, Нарек? Остановитесь вы оба! Вы не имеете права принимать такие решения. Вы только проблемы создаете. Ты не можешь указывать мне. Да, могу. Ты в моей стране. Нарек, будь осторожнее. Если Лиот узнает, тебе сильно влетит. Тогда проблем не наберешься. Если вы отведете свои войска, то и мы сделаем то же самое. Ну, так всегда говорит премьер-министр. Но я не хотел бы устраивать переполох. Просто думал помочь вам. Спасибо, Нарек. Иногда даже желания достаточно. Я хочу, чтобы вы увидели одно место. Где мы? В моем любимом месте. Оно прекрасно. Да, и когда вы смотрите на него отсюда, Инако не кажется большой. Наши леса позволяют людям заниматься лесным хозяйством. И мы занимаемся обработкой древесины. А на этих полях мы выращиваем еду, которой кормим наших людей. Может, мы и не живем в роскоши, но Инако наш дом. И я люблю всех ее жителей. Цветочек. Не заинтересована в роскоши. Ты и правда чудная. Возможно, жить такой беззаботной жизнью – это и есть лучшая роскошь. Да, может, ты и прав. Я не могу быть беззаботным, пока я не в своей комнате. Что это? О, нет! Принцесса! Иди сюда, хряк-переросток! Я защищу Ани! Я сбил ее с ног! Что здесь делает банановая кожу? Нарек? Ни дикий зверь, ни домашний питомец не устоит перед могучим Нареком! Нарек! Узри мой триумф! Так ты мчишься только вперед, прям как и я. Моя решимость ведет меня вперед. Вот что делает меня невероятным принцем Нареком, самым великим в мире. Вот и конец. Если бы мы подготовились, то могли бы поохотиться на него. Ты и правда нечто, цветочек. Главное, что никто не пострадал. Лиот? Пожалуйста, не забывайте, что принц Нарек и лорд Вино, представители Мелидонии, должен откланяться. Зачем он пришел? Лиот всегда таскается за нами везде. Мама! А вот и мама этого парнишки. Вы великолепны во всем. Цветочек. Спасибо, что присмотрели за ним. Если будешь и дальше плакать, Куаран нашлет на тебя проклятие. Спасибо, братик. Я ничего не сказал. Пожалуйста, примите это в знак благодарности. Морковь. Убери ее. Она мне не нужна. Выглядит не очень, но на вкус сойдет. Я позволю этой картошке быть съеденной мной. Эти овощи такие сладкие. Эта свежая морковь просто великолепна. У нас в Мелидонии такой нет.
Течение времени необратимо. И волны нарушают гладь озера в моем сердце. Значит, вам принести второе? Поняла. Эти овощи такие сладкие. Это потому, что мы их обрабатываем, чтобы придать такой вкус. Органическое земледелие? Я читал, что оно может повлиять на вкус. Так ты понял? Все, что нужно, это вода, солнце и земля. А удобрения мы делаем из... Тео, давай об удобрении после еды поговорим, а? Приятно видеть, что они все едят. Как говорится, голод — лучшая приправа. Что? Мне тоже надо сделать визит вежливости? Конечно, это замечательный шанс укрепить наши отношения с соседями. Это, конечно, хорошо. Это значит, что я опять буду с ними возиться. Это важное задание по сохранению мира в Инако. Так что ты постарайся, Ани. Я поняла. Сделаю все возможное. Тео, Гуримару, я доверяю Ани вам. Есть! Все путем! Если хоть кто-то из них вам что-нибудь сделает, я превращу их в удобрение. Со мной все будет хорошо, Тео. Хватит там время тратить. Я уверен, что рядом с тобой, цветочек, все будет еще более увлекательно. Правда? Итак, следующая остановка — Меледония. Страна великолепного принца Нарека, все за мной! Конечно, принц Нарек. Куда бы вы ни пошли, принц Нарек. Да, и опять конфетти. Не забудьте убрать за собой мусор. Я просто хочу вернуться в свою комнату. Продолжение следует. Перевод на русский Туторо. Роли озвучивали Азазель, Гаррисон и Орико. Тайминг работы со звуком — Микки. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Теперь микрофон и текст готовы. Принцесса покидает Инако и отправляется в Меледонию. На пути они встречают шумного... Нет, в следующей серии. Где оно? Мои мечты. Эпизод 5.